серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні понеділок, 22 січня. Традиційне звернення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світоном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Продовжують догоряти те, що влучали безпілотники попередньої ночі. Це і Кринці, і біля Санкт-Петербургу, і їхній морський порт. Що кажуть аналітики Інституту вивчення війни? А що Росія, пан Роман, не готова захищати свої критичні інфраструктурні об'єкти атаками з півдня, тому що їхнє все ППО в Ленінградській області розвернуто було і готовилося там а-ля захищати себе від Північно-Атлантичного альянсу. А от з боку півднян вони не в змозі нормально себе обороняти. Самая большая беда России – это ее площадь, большая площадь. Закрыть ее невозможно. Зенитно-ракетных комплексов должно быть примерно столько же, сколько и россиян. Там чуть ли не миллионы. Потому это просто нереально. И с какой бы стороны они ни закрывались, обязательно другая сторона будет открыта. Естественно, перебросить достаточное количество с фронта они точно не могут даже для прикрытия таких серьезных инфраструктурных объектов, которые в том числе и питают российскую армию. Все топливное производство России, это от него питается Росармия. В основном это авиационное топливо, авиационный керосин и дизель. Вот это две позиции, с помощью которых армия двигается. Потому любое такого рода и производство, и хранение, оно должно уничтожаться. Что и производится. Сейчас уже есть уточненные данные, отработали по Клинцам Главное управление разведки, а по питерскому терминалу, по Новотековскому, это уже служба безопасности Украины. Дальние беспилотники, которые выполнили боевую задачу, причем на Питер, скорее всего, не вообще через Беларусь могли идти. То есть такой комплексный подход, ну и уничтожение довольно-таки успешное. То есть до сих пор не могут погасить. И в Клинцах, в дизельку, а в том же Питере, в этом терминале, это уже газовое хозяйство. А это все-таки уже сжиженный газ. То есть это один из основных потоков россиян денежных. А сжиженный газ, он пока не выгорит, потушить практически невозможно, там может разорвать все и вся. То есть дальше надо продолжать все эти моменты. Несколько есть таких терминалов, несколько, там до десятка серьезных, и на Черном море, в том числе, в Туапсе и Новороссийске. Пане Романе, от якщо говорити по фронту, що в нас є з нового, так Авдіївка і геолокаційні кадри демонструють наступне, що на південному напрямку от є сіра зона, фактично, де промальована. Є такий ресторан «Царське полювання», і це вже фактично перші вулиці Авдіївки. І от аналітики кажуть, що там вже побачили російську техніку. Чи то вона заїздить з розвідкою? Тобто в них немає там закріплених позицій, але техніку вже видно. «Царська охота» – це не Авдіївка, це ще далеко до Авдіївки. Це такий большой комплекс с бассейнами, с павлинами, то есть там такой еще зоопарк. Он далеко от Авдеевки, там я в свое время внуков своих плавать учил. Потому хорошо знаю это место, недалеко от моего проживания был. И в это место, оно так на отшибе от Авдеевки. Это был один из укрепрайонов наших. Мы его удерживали, и сейчас будем его удерживать с помощью дальних средств поражения. Так как если россияне на него все-таки зашли, то скорее всего, что линия обороны ближе перешла к Авдеевке, особенно после занятия россиянами промзоны, когда они ее разбили в ноль, линию обороны надо выравнивать, то есть вдоль Авдеевки держать. И мы еще удерживали царскую обходу. Скорее всего, вот сейчас произошло именно такое выравнивание фронта. Пане Романе, якщо говорити по Врем'янському так званому виступі, є тут зміни, очікувані, неочікувані, це вже ви скажете. В районі Старомайорська урожайне Збройні сили України зуміли вибити росіян з вогневих позицій. Ось бачимо зміни по карті. Те, що ми з вами говорили, будуть такі знакопеременні движення по всій лінії фронту, особенно по Восточному фронту, с улучшением позиций именно для обороны. Для нас важно
занять лучшие позиции для обороны, попытаться закопаться, то есть залиться, но это ж лучше делать уже на кондовых участках, то есть тех, которые будем где-то год-полтора, именно это направление где-то на год-полтора должно быть застабилизировано в районе, то оставить только некоторые моменты для активной обороны, должны быть выполнены фортификационные сооружения, для них надо занять лучшие позиции. Потому то, что мы видим, это такие тактические успехи наших войск как раз для занятия лучших позиций для обороны. Ну і вчора, в неділю, пан Романе, в Донецьку був приліт по ринку місцевому. Там Пушилін і інші терористи почали розказувати, що 27-25 людей загинуло. Різні цифри вони виголошують. В Росії вже почали говорити, що от в понеділок буде скликання ООН, і це буде топ-тема. Збройні сили України повідомили, кадри ми не можемо показати, тому що там справді велика кількість вбитих людей, але Збройні сили України заявили, що вони абсолютно не мають до цього причетності. Це справа рук самих терористів, і вони за це будуть відповідати, тому що Донецьк – це Україна, і в Донецьку живуть українці. С 2014 года россияне используют так называемые блуждающие минометы. Мы за ними гонялись еще в 2014, а потом в 2015, в 2016 уже сами ДНРовцы, полиция ДНРовская гонялась за этими минометами, понимая, что они просто бьют. А это россияне, это в основном российские грушники. Заходят либо кто-то из частных компаний, получают задачу, заходят и начинают из посадок донецких, там есть такие буераки, обстреливать сам Донецк. Это было минометами, в основном 82-ми, а дальше они уже перешли вообще на обстрел артиллерии. Вот по Текстилю, ну это микрорайон Текстильщик на сленге на нашем, на Донецком, на маяке утром в воскресенье всегда собирается очень много людей. Это маяк, это рынок. На рынок приезжают с соседних сел, привозят свою продукцию. То есть там довольно-таки серьезное количество гражданского народа остались в Донецке сейчас. В основном проукраинско настроенное население. Именно проукраинско настроено, так как русаки, которые заброды в Донецк когда-то забрели, они уже давно в России где-то за Уралом. А в Донецке остались именно те, которые ждут освобождения Донецка, ждут украинскую армию. Потому для россиян это, для них не жалко, так сказать, убить несколько десятков человек под какую-то программу. Программа была понятна, планировалось выступление Лаврова, он уже вылетел, он уже там. То есть это целый процесс, который начинается там за несколько недель подготовки такого рода действий. И вот на Совбезе ООН, сегодня Совбез, естественно, перед приездом Лаврова надо было дать ему какой-то механизм еще раз попытаться себя обелить, ну, естественно, очернить украинскую армию. Потому приняли решение обстрелять маяк, скорее всего, с ближайшей шахты, там несколько шахт, на трудовских стоят россияне, там рядом с Красногоровкой шахты тоже россияне их занимают. А с шахт, допустим, развернуть стволы, положить снаряды по маяку, по этому рынку, убить людей, для них это не составляет труда. Еще раз повторюсь, они это делают с 2014 года именно по Донецку, как раз создавая определенные информационные поводы. Вот один из этих поводов – конкретные, то есть это русская культура, это россияне, которые вот таким способом пытаются заработать какие-то баллы или наоборот очернить противоборствующую сторону. Пане Романе, от буквально зараз ми з вами робимо це зведення. Є оперативна інформація, що дрони атакували критичну інфраструктуру. От тепер дрони і не цивільна, не окупанти в Донецьку і в Макіївці. Там велике задимлення, половина Донецьку немає світла, і загалом окупанти кажуть, що велика кількість безпілотників атакували їхні критичні об'єкти в цих двох містах. В основном это Чайкинское кольцо, на Чайкинском кольце это выезд из Донецка на Макеевку, вот эта трасса, которая идет прямая, и там находится очень много военных объектов.
военные объекты, кстати, там же несколько было уже наших конкретных ударов по этим объектам, начать там, там в кольце с помощью хаймерсов, там расположены командные пункты россиян, там расположены части воинские, в свое время там были расположены части Нацгвардии украинской. Вот они как раз с них и начинали свой заход, с захвата этих моментов. Потому, естественно, вот это военные объекты. И там основные энергоподающие станции находятся, которые запитывают вот эти воинские части. Потому, скорее всего, удары были по воинским частям. Ну, естественно, зацепили, могли зацепить и в том числе и генерацию, а энергораспределение. Пане Романе, і наш великий друг України Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, каже наступне, що значно переважають збройні сили росіян. Що він має на увазі? Він каже наступне, що західні військові експерти влучно називають атаки по Росії агресивними санкціями. І каже, що наші спецслужби в рази перевищують спецслужби Росії і куди краще зараз діють. Как раз для обхода санкцій, реальних санкцій или нереальних санкцій мирових, использовался термінал под Питером. Вот этот термінал Новотековський. Они обходили станции, отгружая и сжиженный газ, там топливо, там целый большой терминал. И, естественно, для того, чтобы станции лучше работали, то есть работали конкретно, не просто на бумагах, а конкретно, отсечь отгрузку подсанкционных товаров. Наносятся удары с нашими спецслужбами, скорее всего, это направление было именно СБУшное. То есть служба безопасности отработала и усилила санкции, правильное, грамотное действие. Пане Романе, якщо говорити по наших союзниках, от Deutsche Welle каже наступне, що насправді, ну, Німеччина в першу чергу нам справді дуже сильно допомагає, вона після Сполучених Штатів Америки є найпотужнішим нашим з точки зору фінансування партнером, але каже, що все рівно Шольц трішки маніпулює і обманює членів НАТО і загалом допомогу Україні. Начебто він завищує цифри, аби показати, що вони допомагають дуже сильно. Это вопрос, для чего это делается, может быть, не так с какой-то там негативным подходом. Может быть, это делается для того, чтобы подвигнуть наших партнеров, помимо Германии, подвигнуть на поставки нам достаточного количества вооружений. Надо просто понимать, это все-таки это политика, европейская политика, они могут манипулировать иногда такими вещами. И, наверное, как раз тут во благо, я бы так сказал, во благо для того, чтобы и с одной стороны требовать от других стран увеличения объемов поставок, а с другой стороны показывать путь, так сказать, куда надо идти и как надо действовать для помощи Украине. І от аналітики Інституту вивчення війни знову згадують про Придністров'я. Вже не вперше, пане Романе, і ми з вами не вперше згадуємо. Знову ж таки, росіяни в інфопросторі розхитують ситуацію, розповідають, що готуються якісь формування в Молдові. Наскільки серйозно ви розглядаєте, пане Романе, що Росія може задіяти Придністров'я і як це може виглядати? От сложно поки видіться іменно технічні такого роду дійства. Діло в тому, що пусть у них 5-7 тисяч росіян в Придністров'ї є. Толку от них практически никакого. То есть сами по себе они выполнить ни одну боевую задачу не могут. Они даже оборонять Приднестровье не смогут, если сейчас дать команду нашим бригадам, которые вдоль Приднестровья развернуты, освободить Приднестровье, это будет сделано где-то за месяц, это точно. А так реально около где-то в районе 3 недель. То есть вряд ли эти войска, именно эти войска смогут как-то дестабилизировать ситуацию, боясь лишний раз вздохнуть. А вот те россияне, которые сейчас массово наводнили Молдову в качестве беженцев, дают запросы на натурализацию в Молдове. То есть идет такая экспансия довольно-таки серьезная, так же самая, как она была с 2004 года в Украину. Тогда было массовый заезд, там десятки тысяч
россиян заезжали, пытаясь получить паспорта, проникая нам во все структуры власти, политики, экономики, бизнеса, ну и так далее и тому подобное. Вот то же самое сейчас видится в Молдове, то есть это засилье российской вроде бы как иммиграции, но она такая, в конце концов, заканчивается она плохо, мы это видели уже в 2014. Вот это намного опаснее сейчас для Молдовы, чем там нахождение или какие-то действия в самом Приднестровье. Они там будут сидеть ровно, тихо, до основной команды. В основном это будет, если это что-то и будет, это будет только после того, как россияне смогут накопить достаточное количество сил и поддержать именно приднестровскую группировку. Но это для этого им надо будет форсировать Днепр, захватить Херсон, Херсонскую область, Николаев, пойти на Одессу, на Приднестровье. То есть это целый процесс, который вряд ли в ближайшее время осуществим россиян. Пане Романе, іречник Лиману-Куп'янського напрямку Володимир Фітьо каже наступне, що росіяни за останні два місяці несуть величезні втрати саме в районі Куп'янська. От процитую його, що в період з 1 по 21 січня окупанти втратили на цьому участку фронту орієнтовно 7 тисяч, понад 7 тисяч військовослужбовців. А в останньому місяці 23-го року, в грудні, вони втратили 14 тисяч. Загалом, як ви оцінюєте Куп'янський напрямок? Тому що багато хто каже, що вони все більше перекидають сили на схід, мається на увазі на Авдіївку, Бахмут. Тому що розуміють, що не зможуть виконати поставлені перед ними цілі біля Куп'янська. Дело в том, что в районе Куп'янська, и вот если взять Куп'янское и Донецкое направление, удобнее всего на данный момент двигаться в районе Донецка из-за погоды в основном, потому что так и не сложилось наколдовать морозы для россиянским этим колдунам. И, естественно, грязь, которая не дает возможности развернуться и начать двигаться в сторону Куп'янська, то есть на Куп'янском направлении, серьезно, с широким фронтом, ее меньше, намного меньше на Донецком направлении. Во-первых, высоты, где-то 300 метров превышения. А Куп'янск – это все-таки низины, это поймы рек, там несколько рек сходится на этом направлении. Потому там низина, там намного хуже погодные условия. И они сейчас чуть уменьшили давление в сторону Куп'янска, перебрасывая части как раз именно под Донецк. На Донецком, на Донецкое направление они два участка сейчас пытаются, на двух участках наступать. Это Авдеевка, это Марьинка с юга и севера Донецка. То есть общее направление понятно, тем более это все-таки агломерация. Агломерация, много дорог с твердым покрытием, можно двигаться техникой. Даже не выходя на какие-то позиции именно под Авдеевку, они могут с дальности 15-25 километров работать прямо из Донецка, то есть с дорог с асфальта. С Макеевки, с Ясиноватой, там есть площадки, с которых могут работать, они и работают, это понятно. Но по Куп'янську я бы не сказал, что там будет такое серьезное уменьшение. Они просто ждут морозов, более-менее морозной погоды, чтобы можно было ту часть скопленного военной амуниции использовать как раз по этому направлению. Потому у нас в районі Куп'янська впереді ще такі серйозні гарячі бої. Пане Романе, і щодо країни-агресора. От Путін повідомили, що відвідає Північну Корею. І що цікаво, це вперше за 24 роки, бо в останній він був в Північній Кореї аж у 2000 році, а він поїде в гості. І кажуть, що це зумовлено тим, що Росія відчуває гострий брак снарядів на фронті. Основная причина. Поедет вряд ли Путин, поедет какой-нибудь из его двойников, тройников, то есть, но тем не менее это будет освещено в положительном контексте и для России, и для Северной Кореи. Тут бы я сказал больше, наверное, поездка, если и будет, то будет вот такая информационная, для информационного потока началась так называемая предвыборная кампания Путина, они должны одного на другого переписать, двойника на тройника. Скорее всего, двойник уже поистрепался, тройник моложе, потому будут его подтягивать к этому действию. Но вот это вот
общей программе, в общей предвыборной программе эти поездки, общение с населением. Ну и Северная Корея, уже россиянам надо привыкать как раз к этому направлению. То есть Северная Корея – это основные братья россиян на ближайшие несколько десятков лет, где-то лет на 100, это как минимум, так как они вдвоем уже будут, а может быть втроем, вчетвером с Китаем и с Ираном закатываться в такой санкционный лепрозорий. Потому, ну, северокорейцы давно в нем уже живут, уже десятки лет, будут делиться с Путиным впечатлениями, ну и вообще противодействием этим мероприятиям. Ну и також Сполучених Штатів інформація, пане Романе, що головний конкурент Трампа ДеСантіс зняв свою кандидатуру на користь, власне, Дональда Трампа. Як ви вважаєте, наскільки загрозливим є те, що от бачимо все більше і більше в Трампа нарощується можливості знову стати президентом? І ДеСантіс сказав, що ну давайте дамо йому ще один шанс. Это как раз, я бы так сказал, больше не у Трампа. У Трампа и так были определенные возможности, там где-то половину населения, то, которое голосует за республиканскую партию, его и поддерживало. Это хороший шанс как раз для третьего кандидата, о том, о котором мы всегда говорили, по поводу республиканцев, Ники Хейли. Это довольно-таки успешный политик, у нее очень понятное для нас видение процессов на нашем поле боя, она всячески поддерживает Украину, она, будучи на последних некоторых должностях той же ООН, довольно-таки серьезно противодействовала экспансии России, то есть постоянно под постоянной критикой, то есть нормальное, грамотное видение процессов по Европе, она очень хорошо разбирается как раз в наших проблемах. Сама она, Ники Хейли, то есть она третий кандидат, и вот сейчас, после того, как ДеСантис снялся с этой беговой дорожки, не факт, что все его там 20%, которые он набирал, уйдут Трампу. Это вопрос, потому что в основном за него голосовали как за противника, за одного из противников Трампа. И, скорее всего, часть, а то и большая часть его голосов как раз уйдет Ники Хейли. И вот ближайшие несколько праймерис, они покажут увеличение у Хейли количества голосов. Сама по себе это она урожденная индийка из сикхов, довольно-таки воинственный народ, и по большому счету для нас было бы неплохо, если бы именно Ники Хейли представляла республиканскую партию на этих выборах. Даже если этого не получится, по разным причинам все-таки принимать решение американскому народу. Сейчас видна вот эта пара президент-вице-президент. Технически это она складывается как раз из двух участников, которые набирают больше всего голосов для того, чтобы привлечь полностью к основному участнику. То есть тот же Трамп, он может Ники Хейли пригласить на должность вице-президента, и в принципе она может отвечать потом за направление Европы. То есть для нас по-любому складывается ситуация неплохая. Пане Романе, і якщо говорити про Крим, по-перше, там зараз надзвичайна ситуація, тому що вчора лунали вибухи в районі Севастополя, кримський міст був перекритий, знову ж таки використовували окупанти задимлення Керченського мосту. І загалом Юрій Ігнат, речник повітряних сил, каже наступне, що росіяни доволі сильно зараз наситили засобами ППО саме півострів, але, відповідно, вони жертвують іншими територіями своїми вже для їх захисту. Вже обратний процес пішов. Після ударів по терміналам росіяни починають із Криму вивозити армійські комплексы, именно армейские, небольшие, не С-400, а такой типа панцирей, вывозить и использовать их как объектовые на прикрытие вот таких же терминалов, как в том же Питере. То есть сейчас процесс в обратную сторону пойдет. Почему и надо продолжать уничтожение таких терминалов? Один из вариантов еще то, что им придется
распылять и уменьшать плотность ПВО в Крыму и на оккупированных территориях. Чем больше будет гореть терминалов, тем больше им придется вывозить из Крыма этих армейских зенитно-ракетных комплексов. А продолжается, каждый день продолжается механизм и выполнение задач по завоеванию превосходства в воздухе, то есть уничтожение воздушных объектов на оккупированной территории, воздушных систем противовоздушной обороны. То есть эти удары шли, идут и будут идти до появления самолетов, ну а дальше уже будет разворачиваться действия в воздухе в зависимости от количества прибывших F-16. Пане Романе, на завершення, от Грант Шепс, міністр оборони Британії, знову ж таки каже, ну, британці – це теж передові наші союзники, каже, що Європі треба активізуватися в плані допомоги Україні. Пока американцев болтает во все стороны в политическом этом, в этой буре политической, однозначно надо Европе помочь Украине, это понимание есть. Великобритания, та же Германия, Франция, Италия, Испания, то есть они и в риторике это постоянно показывают, ну, естественно, и действуют, потому что и немцы, и англичане, они неплохо показывают как раз именно в действиях. Мы получаем достаточное количество вооружений тех, которые нам нужно. И то, что Европа может еще, так сказать, напрячься и подставить плечо Украине, пока американцы разбираются со своими проблемами, то это явно. И, естественно, Великобритания это подсвечивает. Я думаю, будут результаты. Мы это видим. И Германия передает, Великобритания передает. Вот сейчас Франция тоже будет передавать достаточное количество вооружений. То, которое нам как раз сейчас надо, особенно на Восточном фронте, нам его надо удержать до весны, попытаться удержаться на тех высотах, на которых мы заняли летом, а дальше зарыться и еще года на полтора, ну, мы это уже с вами говорили, до 25-го года, раньше, чем в 25-м году на Донбасс мы, конечно, не двигаемся. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 22 січня, понеділок. Обов'язково ми коментуємо з вами, підписуємося і ставимо лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.